далеком 1979 году в 15 лет я надел на плечи суворовские погоны в Минском Суворовском военном училище. 25 лет я служил добросовестно в вооруженных силах и уже 19 лет работаю в школе. В школе занимаюсь и поисковой деятельностью, провожу уроки по военно-патриотическому воспитанию. Это сродни родственно моей бывшей служебной деятельности. Мне очень нравится заниматься с маленькими ребятами, которые у меня в группе «Поиск», в группе «Наследники», которые являются юными экскурсоводами в музее памяти воинов-интернационалистов. Мне приятно смотреть на них, как они сами проводят экскурсию. Я, когда провожу занятия с учащимися военно-патриотического класса, вкладываю в них души, потому что сам 15 лет надел погоны на плечи Суворовского училища. И мне это импонирует. Поэтому я всегда утром с удовольствием иду на свою любимую работу, в нашу родную 14-ю школу города Молодечно.